приводу питання. Переважно пам'ятники оплачуються державою. Тобто, якщо в організації замовника не було в угоді на створення пам'ятника пункту про передачу майнових прав, тоді автор може вижити в такий суд. Якщо такий пункт був в угоді, то автор нічого не світить, бо він не є власником майнових прав. Ви правильно це розумієте? Все правильно, так. Зазначити обов'язково. Так, дуже. Елена Передельевич, скажите, кто назначает коммерческую ценность произведения, неопубликованного, или вот в частности я занимаюсь музыкой, концерта, концертной программы, инновационной какой-то. Приведу пример. Ну вот не секрет, что классическая музыка в чистом своем виде прекратила свое существование, когда три знаменитых тенора вышли на стадионы. В принципе, они могли бы запатентовать это. Они впервые это сделали, это было инновационно. Кто определяет коммерческую ценность таких вещей? Зараз про комерційну цінність. Художню цінність не визначає ніхто. Ті твори, які приносять на реєстрацію, експертизи ніякої немає. Хай це буде дано. Все рівно зареєструємо, розумієте? Тому що це музичний твір. Інноваційна, комерційна цінність. Знову ж таки, як її визначити? Вони просто додумалися до того, що вони класичну музику дали суть в народ саме таким способом, вийшли на стадіони. Да? А спосіб, метод, ідея, вони ж не захищаються авторським правом. Тобто їм прийшла в голову ідея саме так доносити свою творчість до народу. Я відповіла на питання, чи я, можливо, трохи не те зрозуміла, да, що задумали? Смотрите, если существует, зарегистрировано авторское право на интеллектуальную собственность, на культурологический проект. Допустим, он в течение времени прекратил свое существование, и тут отработали, и через некоторое время другая лица сделали то же самое. Да. Получается, у тех, у кого есть свидетельство, могут Нет. подать в суд. Но на какую сумму? Понимаете, в чем дело? Вот, в общем, как бы очень зыбкая регистрация авторским правом вот таких вот мероприятий. Потому что мероприятия мы не регистрируем, ни конкурсы, ни концерты, ни фестивали, но люди как бы желают иметь от государства какой-то документ, и они несут на регистрацию описание, проект, положение проведения, понимаете? Но авторским правом защищается текст от копирования. На практическую... Да, сценарий заходу. Ну чекайте, текст від копіювання. Якщо хтось копіює текст, так, написаний автором, принесений на реєстрацію, навіть не принесений на реєстрацію, тоді авторське право порушується. Якщо хтось діє подібним чином, описаним при описі цього заходу, да, то дуже важко довести, що це робиться з використанням того твору, який зареєстровано або спочатку було придумано іншою людиною. Ваше тоді протиріччя по поводу сценаріїв телевізійних програм? Так вот, рассказываю, люди, которые особо не разбираются в авторском праве, они видят свидетельство о регистрации авторских прав на телевизионный проект, об телевизионной передаче, да, там, об проект створения. И уже, в общем, как бы у них опускаются руки, дабы не взять чужое. Те, которые почитают закон, они поймут, что авторским правом текст от копирования защищается. Вот и все. Просто наши люди желают иметь хоть какую-то бумагу. Когда нет совсем ничего, когда нет никакой защиты, понимаете? Уважаемый коллега, я хочу внести небольшую, не знаю, там, ясность в ситуацию. Если бы у нас существовал в мире такой эксперт, да, скажем так, который мог бы ответить на все вопросы, да, то мы, наверное, его одного пригласили сразу. Программа сформирована таким образом, что есть люди, которые могут нам дать самые компетентные ответы, да, в каждой своей ситуации такой. Исходя из этого, нам очень ценно, что Байнер Инэйт, она может рассказать о порядке регистрации, да, но не о том, что делать потом, да, или как судиться, или как защищать право, да, о том, что сделать так, чтобы вам зарегистрировать авторское право было вот просто, да, и все нюансы решить. Следующий эксперт, да, который будет выступать, он расскажет непосредственно о судебной практике. Да, о том, как бороться. Вы не берите на себя ответственность, то есть
за все. И именно для этого мы с нами здесь. Просто много объектов авторского права. Мы работаем вместе со всеми, поэтому я могу... Конечно, да. Ну, то есть,